500 тенге вне закона. Эти банкноты будут приниматься к оплате до 10 июня. После их можно будет обменять в банках второго уровня. А пока 500 тенге старого образца являются законным платежным средством, и отказ в их приеме влечет нарушение статьи 206 Кодекса об административных правонарушениях и будет расцениваться как дискриминация национальной валюты. В таких случаях необходимо обратиться в территориальный филиал Национального банка с жалобой для принятия соответствующих мер. После 10 июня текущего года банкноты номиналом 500 тенге образца 2006 года не будут являться законным платежным средством. При этом купюры 2017 года будут находиться в обращении и останутся обязательными к приему на всей территории Республики Казахстан.